Мужик сделал дом на колесах. Всем привет, вы на канале про становление. Жил-был мужик, насмотрелся видео на ютубе всякие, про самоделки, самодельные дома на колесах, блогеров всяких, автоблогеров, и решил себе построить дом на колесах. Чего же начать? Взял он свой старый МАЗ, сделал капиталку, поделал его потихоньку, поменял расходники, масло, свечи и всему подобное. Покрасил где надо, и что проржавело. Мужик нашел на окраине деревни дом. Никому не нужный, заброшенный. Ну тоже поделал где надо. Двери, окна пластиковые поставил. Крышу перебрал. Ну вроде бы готово, заявил он. Теперь надо бы поставить его на колеса. Позвал он своего соседа Шурика с его краном, КамАЗом старым. Погрузили они дом кое-как на МАЗ. Дал мужик соседу, крановщику, бутылку за работу. Теперь хочет рвануть на море. Почему бы и нет, раз есть такой личный дом на колесах? Как вы думаете, доедет ли мужик? Как вам такой самодельный дом на колесах?